Так, вот это уже интереснее. Давай-ка посмотрим. Во-первых, мьюзик немного потише. Это раз. Давай full screen врублю. Restart game. Ну ладно, давай рестартанул. Тоже мне проблема нашли. Что, она сразу в оконом у меня пошла? Я так и не въехал. Так, где у меня тут? Сеттинг. Так, а тут интересных хренотеней не хватает. Профиль. Тут у нас демо-версия, надеюсь. Ага, ну давай посмотрим, что это за... Не пойми что. Look here. О-о-о. Что-то я сейчас не понял юмора. То есть это обычная карточная игра, да? Ну, я не знаю даже, что сказать по поводу этого. О, ну он хотя бы мечом шевелит, слушай, это уже хорошо. Почему? Ходы кончились? Ага, ладно. Не, ну здесь смотри, хотя бы скелетики-то шевелятся. Угу. А сколько я могу ходить карт-то? Мне хоть бы написали где-то. А вот, 3 из 3, да, получается? Ага. Не, ну слушай, она, смотри, и удобно, и бой быстро происходит. Неплохая игра, сразу могу сказать. В принципе, я осматривать смысла дальше не вижу. Видно, что противников достаточное количество. Но она хотя бы хоть как-то двигается. Потому что последние игры, которого рода я осматривал, вообще нет никаких движений даже в помине. То есть там мало того, что картинки не двигающиеся, еще и заскоки. Фиг знает какие. Получаем карту, золото можем выбрать. Ага, мы еще выбираем различные бонусы. Так продвигаемся дальше. Угу, по карте. Давай-ка посмотрим. Давай грибочка завалим сразу, чтобы не выпендривался. Не, она такая, знаешь, более хотя бы живая. О, он себе броню поставил, ты издеваешься? Так, а мне теперь интересно, я могу воспользоваться кое... А, нет, только так, да? Двойной удар, давай блок. Броня мне добавляет дополнительные хп. Мне интересно сейчас другое. Во-первых, все броню добавим. Тебя так долбанем. И еще к себе защиты сделаем. 0, да? То есть тебя вот так. Так. А, броня теряется, зараза. С каждым. Я думал, просто на следующий уровень можно будет оставить. А нет, не получается так. Или просто он меня так долбит сильно. Ух ты, 2 карты. 24 армор, конечно, выберу. Слушай, как интересно-то. Она намного живее, я тебе сразу скажу. Эту игрушечку, да, можно будет взять. Так, погоди, на армор куда у меня делся? Хороший вопрос.
Так, этот будет сейчас атаковать нас сильно, так что попробуем его ушатать, хотя это вряд ли получится. Вот, гейн 24 армор. У нас карта это может попасться, значит это мы карту нашли, все, понял. Так, 20. Так, давай-ка я тебя завалю в конце концов. Эту хрень двухкрылую. Двенадцать, да? Зачем мне такая мощная броня, если все равно я ее всю теряю на следующий ход? Не, народ, интересная игрушечка, как ни крути. Ага, 10 экстракт может мне хелфов восстановить. Вот так мы, короче, будем путешествовать здесь и рубиться. Слушай, неплохая игра, я прям так обзором, наверное, и назову ее. Хотя, давай еще вот один тур сыграем, обзором называть не буду. Пожалуй, сделаю отдельно, еще в нее порублюсь. Очень интересно, потому что... Не, неплохо сделано, у меня нет спора. Даже и спорить-то смысла нету. Так, давай цветочек за за бурбенем. Хотя меня сейчас, скорее всего, прибьют здесь. Да, 5 брони меня вообще-то не спасет ни от чего. Хотя... Интересно. То есть мы здесь должны рассчитывать как-то защиту, урон. Слушай, любопытная игра реально. Почему? Не, ну это слишком круто будет. Я лучше поэтому так толбану. Тебе вот так вот, ну конечно сильно не поможет. Эта скотина еще и восстанавливаться умеет. Вот это был нежданчик. Ну слушай, здесь нормальные быстрые движения. Меня вообще полностью устраивает такая игра. Да, бронька, броньку-то они тут. Неплохо могут себе поднапиндюрить. Не можем использовать. Странно, ну ладно. Двенадцать брони нарисовалась скотинка. Блин, мне вообще как побеждать? Ну вот так. О, вот это вот неплохо. О, тут босс будет, да? А, то есть нам надо все пройти, чтобы до босса докрутиться. Вать, это что за твою дивизию Терминатор вообще? Будет промолчать лучше. Так, ну я попробую, конечно, здесь. Может потом броню на себя напиндюрить. Да, вот что-то мне кажется, как бы мы не напиндюрим ее, это нам сейчас напиндюрят. Так, и как мне тут защищаться? Ну вот только так можно попробовать. Да и все. Так, 57. Да, он меня ушатывает. Не очень помогло. Но вот это мне может поможет.
Жестко. Так, а вот это вот мне пригодится. Так, давай тогда сразу броню. Атака раз, атака два. То есть шанс есть его победить, но правда у него самого брони тут до усрачки. И вот то, что броня не остается на следующий раз, это очень плохо. Так, у меня даже одна, точно 14 ДПС она наносит, да? Блин, не могу это использовать, фигово, конечно. Так, что же мне сделать-то? Ну, мы можем, конечно, попробовать вот так для начала. Продержимся хотя бы. Блин. Ну, давай так. 4 хп потеряем, не страшно. Не, не подойдет мне это все. Так, с чем мне пригодится? 10 damage of times. Попробуем, конечно, выдержать это все, но это очень все жестко. Так, Multiplier Energy. Ну, хоть броню убрали. Ну, звездец мне, короче. Не, бои здесь реально интересные, слушай. А, так, в смысле, байгейм. А, то смотри, как разно, 20 левелс плюс 30 врагов. А, вот в чем прикол. Дискорд, сеттинг. Сколько эта игрушечка стоит, да я посмотрю. Слушай, прикольная игра. Так, а ее ценника пока куй. Она еще не вышла, да, ноябрь. Ладно, будем ждать. По нагрузке на ПК, ну, все нормально, все оптимально, это хорошо.